Спасибо. Спасибо большое, желаю всем здоровья. Спасибо большое. Тимур, Тимир, давайте погромче поаплодируем. И наконец наш зал ожил и начал танцевать. Тимур, Тимир, друзья, и все, бурные аплодисменты. Как хорошо, когда есть народная любовь. Таня, скажи, пожалуйста, ты знаешь, кто придумал шаг потом? Ну, наверное, очень мудрый и умный восточный мужчина. Ты мне хочешь, что скажешь, потому что надо. Ты знаешь, что он думал, мудрый и семинарный? Наверное, тоже мудрый восточный мужчина. Нет, эту игру придумала женщина. Потому что если мы ставим на мужчине песни, он автоматически для нас превращается в ногу. А поэтому с нами, женщины, надо быть очень такими аккуратными. Вот какие вы коварные. Я на нем понял и больше с тобой не шучу. Почему же шути, наш праздник продолжается, и нашу следующую участницу можно легко влюбиться. Хорошо, с огромным удовольствием. Я скажу, что ее песня знает на Иисусе, голос ее завораживает. Ее имя звучит как песня. Дамы и господа, уже из зала прозвучал правильный ответ. Можете аплодировать, уже начинать. Можно громче. Дорогие друзья, приветствуем Сантьяна. Ура!